Известный тюменский музыкальный дуэт «Акбойс» дарит своим поклонникам весеннее настроение. А для ветеранов ребята готовят подарок ко Дню Победы. Под звук баяна и аккордеона с артистами на набережной Туры встретился Сергей Решетников. Тюменский дуэт «Акбойс» и их верные друзья «Баян» и «Аккордеон» разносят на всю округу красивую энергичную музыку. Это весенний подарок любимым зрителям. Эта композиция, которую мы сегодня демонстрировали, играли, она называется «Диско 90-х». То есть это все те мелодии, которые были созданы, были спеты в 90-х годах. Та музыка, которая создана была, она на самом деле живет очень много лет и еще больше проживет, мне кажется, и будет даже большим конкурентом свежих хитов, которые существуют максимум 1-2 месяца. 3, 4. Дуэт «Акбойс» – профессиональные музыканты. В свое время ребята окончили Тюменскую государственную академию культуры и искусства по классу аккордеон и баян. Необычное прочтение всеми любимых песен сделало их любимцами публики. Сейчас они готовятся к самому главному празднику России – Дню Победы. Мы подготовили новую программу, записали практически уже готов новый трек, где будут попурри на военные темы. Достаточно интересный в современной обработке. Я думаю, что людям понравится. Ребята уже несколько лет выступают по всей стране, в родной Тюмени, Челябинске, Кургане и Екатеринбурге. Объездили с концертами и выступлениями весь север России. День Победы дуэт «Акбойс» проведет в Заводоуковске, где представит зрителям попурри военных песен. В первую очередь, конечно же, крепкого здоровья, чтобы они себя чувствовали комфортно в жизни своей, то есть в жизни нашего государства, чтобы хотя бы как минимум ни в чем себе не отказывали в самом необходимом. Ну и, конечно, чтобы про них никто не забывал, чтобы им помогали, поддерживали, чтобы радовали их, и чтобы было всегда исключительно хорошее настроение. Вот как минимум мы это делаем, радуем также взрослое поколение и выступаем для них также с большим удовольствием и с большой открытой душой. С праздником вас, ветераны! Сергей Решетников, Александр Мащенко, «Новости культуры».